Азербайджанская сторона во всей своей деятельности талышей за пределами Азербайджана видит почему-то постоянно армянскую руку. Давайте честно, между нами сейчас, действительно ли вас как-то поддерживают армяне и почему они постоянно ссылаются на армян? Есть ли вообще дым без огня? Если честно, вы знаете, конечно, нет. Хотя меня не поверят, и меня не главное, что они меня верят, не верят. Мне самое главное, что мы знаем, что это не так, и Всевышний знает, что это не так. Теперь в моде, если кого-то надо очернить, азербайджанин, ему надо клеймо поставить, он работает с армянами, он и ищет везде в его деятельность армянских лет. Вам уже известно, директор, там площадка была, такой флаг, там азербайджанский флаг, вот этот искусственный флаг, который они, англичане для них приделывали, они сейчас во всеуслышание этот флаг там называют священным. Да, священным флагом. Вы имеете в виду государственный флаг Азербайджана? Да. Вот директор его, там есть такой площадь, комплекс флага, вот, там директора его убрали, потому что они нашли, оказывается, его мама или там его мачеха была армянкой. Знаете? Вот это государство с такими взглядами, фашистскими взглядами, хочет еще на что-то рассчитывать. А то, что, смотрите, талыши, во-первых, мы, то, что было у нас, вы знаете, недавно в Наврузе у нас было такое неприятность, про нас говорили, писали. Мы свободный народ. И мы народ живем, который являлись гражданами Российской Федерации. И официальные наши организации Талышская диаспора, которые во главе этой Талышской диаспоры Исмаил Шабанов, нам позвонили, предложили участвовать в Наврузе. И мы со своими силами все это делали, участвовали. Причем тут армяне? Причем тут армяне? Если извини меня... Вы имеете в виду то торжество, которое проходило на ВДНХ в Москве, да? Да, да, просто вы вопрос задали, на самом деле, армянских следец. А что у нас должен быть армянских следец? Мы равным счетом уважаем тех народов, населяющих Южный Кавказ, особенно коренных народов. И приезжих тоже мы против них не имеем, но они должны себя вести как приезжие. Они в чужой монастырь не идут своим законом. Это же известный такой, извини меня. Но... Армяне, как коренной народ, мы уважаем также армянам, также татам, также другим. И для нас разницы нету, какие они имеют вероисповедание. Человек, если тебя уважает, ты тоже должен уважать. Во-первых, если хочешь, тебя уважали, во-первых, сам себя уважай и уважай всем. Это бумерангом тебя вернется. Нельзя жить в стране какой-нибудь, как называемой стране, и все соседи объявить себя врагами. Армения враг, грузины стали враги, Россия враг, Иран враг. Как можно жить в этом вакууме? Кругом одни враги. Вот. Если, извини меня, человек ищет что-то, он ищет друзей, он найдет друзей. Если он ищет врагов, он и врагов найдет. Тот, кто ищет того, и, как говорится, найдет, вот есть такой пословица. Ну вот я не знаю, думаю... Мог вам ответить то, что на самом деле армяне чем нам связаны. Армяне только что нам тем связаны, что мы знаем, что есть такой народ, они нам не враги, наши друзья, как бы, также ровно что там другие народы. И все. Больше ничего. Я смотрел недавно сюжет видеоблогера Фуада Аббасова,
он же турецкий журналист, он же азербайджанский журналист, он же курдский журналист. В общем, он себя объявляет всем подряд, понемножку, видимо, не знает ничего о своем родословном. Ну да бог с ним. Меня там поразила одна такая вещь. Он рассказывает о том, что сегодня здесь на ВДНХ на праздновании Новруз-Байрам собрались все мусульмане, узбеки, туркмены, киргизы, казахи, азербайджанцы и даже иранцы, талыши, таджики. Меня вот это вот даже, честно говоря, сковало так, что я долго смеялся сначала. Ведь изначально-то Новрус как раз-таки это праздник ираноязычных народов, иранских народов. Само слово Новрус, новый день, если это все-таки праздник тюркских народов, почему тогда не Йенигюн называется праздник, а Новрус? Но вот эта вот неграмотность и несостоятельность, наверное, человека как специалиста, о многом уже говорит, который начал свой сюжет вот с этих своих фраз и даже в какой-то степени даже, я бы сказал, немножко шовинистских фраз. У меня вот такой еще вопрос. Часто ли вам вообще приходится сталкиваться с представителями Азербайджана? На месте ли решаются вопросы? Вообще, как часто вы с ними сталкиваетесь? Ведь я понял, что они тоже там были, раз Фуат Аббас вел оттуда репортаж свой. Я скажу вам поначале то, что вы сказали. Во-первых, талыши, иранцы, единственный народ, имеет право праздновать Новый. Так как это календарь исчисляется разный, есть как исчисление, кто 5 тысяч лет, кто 3 тысяч, 55 лет, исчисляет, точно исчисление еще нет. Это день рождения пророка Заратустра. Мы знаем, что календари, каждый календарь, они связаны с какой-то знаменательным событием. День рождения Христа или там, там есть многие календари, но их около 40 или там чуть меньше, больше, вот они все связаны с той или иным знаменательным событием. И так исчисляется. Раньше же сейчас мы говорим 2018, раньше же говорили от рождения Христа, правильно? Там есть вегетарианцы, ну, другие календари. Ладно, не будем сейчас в это вдаваться. А то, да, это история, это отдельная тема. Если единственный народ, талыши, имеет право, это талышское культурное наследие, Навруз, это новый день, 21 марта, который начинается, все благоухает вокруг вот это Новруз, весна. Но узбеки или там при всем нашем уважении, мы, кстати, в нашем праздновании и узбеки, и туркмены, и все таджики, все к нам как бы очень хорошо относились, приходили их государственная делегация, встречался с нашим диаспоральным руководством. Да, официально. Да, мы же это показывали даже, но не так мелком, так, вот так показывали. Но сидели с нами, сфоткались, это есть фото. Кроме азербайджанской диаспоры. Все диаспоры подходили, все нас поздравляли. То есть они к вам вообще не подходили, азербайджанцы? Они издалека только из пастичка сфоткали нас. Они же так подхалимчить могут. Вот и они приходили официально государственные, там депутаты, все это приходили нас. Послы приходили, нас поздравляли. Представляете? Мы показывали в прошлом нашем видео, мы это показывали на Врунском выпуске. А вообще не тюркским народам эту праздник чуждо. Турция первый раз начинает принимать этот закон в 1994 году. Недавно только. Потому что он видел, что в России можно через Новруз и как бы тоже лоббировать свое вот это какой-то там праздник участвовать. Вы понимаете, да? До этого у них вообще в стране Новруз не проводится. Это не то, чтобы Иран. Там целые почти 15-20 дней праздник. Это иранский праздник. Это наш праздник. Причем тут они. Вообще, что такое Азербайджан? Есть такой нация, есть такой этнос. Нет, конечно, это конгломерант какой-то. Еще будут нас, талыши, учить, как себя вести
когда же нам? И во второй скажу вам. Спрашивается, какое дело имеет там какой-то журналюга, не имеющий никакого отношения к России, не имеет какого-то гражданства, будет учить российское государство, которое в мире имеет такой вес, супердержава, будет учить его, как он должен себя вести в отношении своих тех народов, которые они, Россия, имеет полное моральное право определиться, как будет будущее Талыши. Мы это знаем по Тюркменчайски и по Британскому соглашению. Полный правильный. Еще он будет сказать, там показывать России и как Талыши должны были себя вести. Он нас обзывал. Ну, конечно, мы не опустимся на его уровень. Другое дело я скажу. Я обращаюсь через ваши телевидения к своему народу. Хотя у меня есть свое, где обращаемся. Я скажу, это то, что он высказал против нашего народа. Потом, естественно, он через там 2-3 дня видео выпустил, типа как он замял все силы, да он такой не говорил. Совсем о другом говорит, но это факт, видеофакт у нас есть, то, что он говорил. Это, по сути, показывает его нутро. По сути, показывает его, как он ненавидит наш народ. И наш народ должен знать, Азербайджан, телом французски настроенное население, нас ненавидят. Из них, слушай, сколько волка не корми, он всегда в лес будет смотреть. Хотя наши некоторые наивные толщи думают, что с ним еще можно что-то делать. Последние вот эти события показали, что мы были правы. Лет 10 назад, которые говорим, до сих пор говорим, что они нас ненавидят. Они свое счастье видят в нашем несчастье. Вообще целое государство Азербайджан построено на наши права, на наши несчастья. А так, вот все это было. То, что как мы с ним встречаемся, то так. Ну, что, встречаемся. То есть в лицо они вам ничего не говорят, а и особо не подходят к вам? Конечно, не говорят. А что они говорят? Они, если, они могли подойти, извини меня, мы же их не сожрали бы. У нас же адабизмом никто не занимается, что мы их взяли и сожрали даже его. Правильно? Специализм. Они подошли бы там поздоровались бы или так. Мы тоже руку подали бы. Ну что, это Навруз, философия Навруза в том, что даже врага можно простить, но только не кровного там, извините, что связано с такими честями. Ну а так, если там поругался, надо... А мы так, в принципе, там... Это они нам должны, мы им же ничего не должны. Они наши права ущемляют. Кстати говоря, помимо Талышей, на территории современной Азербайджанской республики был еще один такой народ, про которого почему-то уже все забыли, ираноязычный, второй после талышей народ, это таты, которых уже даже не первый осталось. Народ. Вот может быть они хотят то же самое совершить и с талышами, чтобы талышей не осталось, как и татов. Извините за перебивание. Я вам скажу больше. Таты даже больше, чем нас. Но их так растворили, как ассимилировали. Теперь то, что талыши в первую очередь ругают, матерят, фантуркисты, это есть таты. Ассимилированный человек, это хуже всего. Один мой армянский друг мне рассказал, он когда я с ним случайно увиделся, он амшин. Он меня говорит, что в Турции есть армяне фантуркисты. Да, есть такое, да. А что вы говорите? Знаете, государство. Знаете, в голове, если в государстве есть такое понимание, что если в голове любой, то или иной государство будет один человек верующий, такой, он такой набожный, и все это народ, населяющий это государство, будет состоять из сатаны, он их перевоспитает. Если будет наоборот, все народ будет набожный, и в голове будет один сатана, он этих всех набожных перевоспитает по свой лад. Это так. Государственная машина, просто говоря, это не просто так. Государственная машина против тебя же работает. Ты надеваешь милицейскую форму, хотя внутри ты ненавидишь государство, но твой форма на тебя уже работает не это государство.
со стороны люди видят ее, боятся. Хотя ты с ними заодно. Если они поднимутся, ты с ними вместе. Но твой форма, которая на тебя одета, вот это есть устарта машина. Понимаете? Так что каты тоже даже больше нас, но они больше нас, но их очень мало, поэтому ассимилированы надо. Сейчас многие таты, многие мои друзья, они помогают нашему талышному движению. Я, у меня даже пример есть, могу показать. Я из своих ближайших один передач ОТВ хочу посвящать татам. Естественно, буду про таты говорить, показывать. Но я вам скажу, что они говорят, мы уже почти что потеряли свой народ. Мы сейчас хотим помогать братскому талышскому народу. Может, талыши что-то приобретут, нам может что-то будет. Может, вот спасем какой-то часть своего народа. Это очень большая, великая трагедия. Такой сегмент, такой народ, такой культура идет в небытие. Господин Матус, я знаю, что вас поддерживают ряд личностей, довольно-таки публичных в России, и даже такие, может быть, они и не публичные, в тени, как родственник нынешнего президента России, потом девушка одна, я знаю, потомок Пушкина, многие другие. Скажите, что требует талышская община от властей Баку? Вот конкретно, какие у вас лично главные условия официальному Баку по талышскому вопросу? Если по талышскому вопросу, мы хотим восстановить свои утраченные государственные, утраченные права. Наш народ сейчас вообще не имеет никакой права. Не имеет никакого права в Азербайджане. Но по тем законам, которые Российская Федерация, тогдашняя Царская Россия с Ираном подписывали в 1813 году, потом, если там сколько лет спустя, в 1828 году Гюлистанский, естественно, Туркменчатский мирное соглашение, там черному по белому написано, там какие должен иметь права талышский народ, и все эти права ответственность взял на себя царская Россия. Нынешняя Россия, так как правопреемник и царской России, и СССР, должен все эти пробелы восполнить. Потому что уже 200 лет, скоро уже в 15 году вроде как бы 200 лет, и второй же они уже заново опять как бы вот заключали этот договор. Она будет в 2028 году заканчивается. Значит, это, по этим договорам это уже талыши как бы отделены от своих исторических Ирана. И поэтому, опять же, должны эти же государства, наши регионы, супердержава в России, и Россия супердержава в мире, но в наши регионы он главный, и Иран серьезное государство, они должны сидеть опять за переговором. Так что это все должно решаться. А вы же в Иране бываете? Вот каково положение талышей в Иране? Очень хорошо. Во-первых, талыши живут на своей стороне там. Философия этого договора была то, что там написано было, талыши, народ, ираноязычный народ, и Россия подписывал этот акт, и должны иметь свой государственный, свой культурный, все эти вот тоже сферы должны на высшем уровне, на государственном уровне сохранять, и Россия это подписывала. Но после ханства, талышского ханства, после смерти Мирмустафахана, все эти потом были недопонимания какие-то там, у нас Мирхасанхан, естественно, там, можно сказать, переборщил, можно сказать, что-то он там делал неправильно, и талышский народ до сих пор мучается. Талышский народ до сих пор мучается и потерял уже 200 лет свой государственный. А сколько на сегодняшний день талышей проживает в Азербайджане? Вот официальное число. Официально, по нашим счетам, 1,5 миллиона, но я вам скажу, больше 2 миллиона талышей, которые у них в жилах живут, талышские коровы, они себя не считают талышами, ассимилированные талыши. Но 1,5 миллиона, как минимум миллион есть. 1,5 миллиона, столько же территории. По сути, это второй после азербайджанцев народ в стране, правильно? Нет, первый. Азербайджанцев такого народа нету.
Нет, ну, азербайджанцев все-таки больше. Но я имею в виду тюркоязычных граждан Азербайджана. Их-то больше получается. На Кавказе, в принципе, так, на Кавказе, если так... Нет, мы говорим именно об Азербайджане. Вот в Азербайджане, значит, по численности первые идут азербайджанцы, то есть тюркоязычные, и да. потом идут талыши, то есть на втором месте по численности. Да, вообще-то я вам скажу, в 1937 году, когда все были, талыши были, писали в паспортах талыши, и турки там писали, там некоторые татары, там таты, все курды, все писали паспорты под свое название. Тогда у Сталина был такой тогда приказ. Помните, тогда еще Муганская Советская Республика у нас хотели восстанавливать за этих столько людей. Вот тогда Багиров был первым секретарем. Он поехал в Сталину. Тогда у Сталина был такой приказ, что вот республика, те республики, Армения, Грузия, скажем, да, Азербайджан, да, которые... они не имеют численность населения, титульного народа, миллиона, меньше миллиона, эти республики должны расформироваться по автономным частям. Естественно, первый Азербайджан, до этого не было же такое слово Азербайджан, первый Азербайджан родился в 1937 году в кабинете Сталина. При, в качестве азербайджанца. Да, при искусственной ассимиляции Сталина, ассимиления Сталина и Багирова. Тогда Багиров сказал Сталину: вы хотите титульный народ? Будет. Поэтому в 1937 году начали гонение на людей, писали силы Азербайджана. Искусственный народ. Единственный народ, который Азербайджан, его населяющий народ на одну букву этнические названия больше имеет. Азербайджанец. Армянец нету, грузинец нету, извини меня. Азербайджанец есть. Это просто позор какой-то. Вот этот конгломерант создали тогда. И талыши, естественно, тогда воспитывали. Таты воспрепятствовали, их уничтожали. И скажу, что такой факт был в трех местах. Дагестане сделали дагестанцам, она там год просуществовала. Это дагестанец, они вот раздолбили, разбомбили все это. Национальность дагестанец. Да, дагестанец, украинец тоже так же была. Но это тоже, но она ужился только в Азербайджане. Потому что Азербайджан всегда был полигоном. Потому что Азербайджан изначально, эта страна была... построены на правах чужих коренных народов. Вот и до сих пор у нас существует. Сейчас же люди, многие, себя считают азербайджанцем, который первый азербайджанец появился в Сибири в 1937 году. Когда им говорится, они говорят, Карабах наши исконные земли, и когда армяне ему говорят, первый азербайджанец в 1937 году появился, а до этого кто там жил, они начинают тут, извини меня, не знаю, что говорить. Народ сам себя искажает. Сам себя новая история пишет, какой, который... Это вообще позорище какое-то. Господин Матушин, скажите, вот если все-таки талыши, такая большая численность этого народа в Азербайджане, и в то же время, насколько я знаю, там нет своего национального СМИ, средств массовой информации, нет национальных даже школ с преподаванием талышского языка. Чего боится Ильхам Алиев? Почему этот вопрос никак не решит? Ведь, может быть, даже с одной какой-то газетки на талышском языке или телеканала на талышском языке, может быть, все талышские вопросы даже были бы закрыты. Вы знаете, я не знаю, они вот это, вот когда змея, она живая, ну, те люди боятся, да, его. Змею, правильно? Одно название боятся. Ну, я, хотя жил там среди змей, все равно боялся. Но другое дело, когда змея дохнет, ты его убиваешь, да? Его кости опаснее, чем сама змея. Вы знали этого? Я вот вам скажу вот такую вещь. Вот эти конгломеранты сами для того ненавидят нас. Они даже нас боятся. Подобие этой змея. Хотя мы есть народ, который на вот благодаря нам, благодаря нашим калышам, сейчас эта республика существует. Ну а зря. Сейчас мы понимаем, что зря. Вот мы же, как бы показывали в своих передачах ОТВ, как там в карабахские вопросы, когда была война, только наши, некоторые нас не поняли,
но мы хотели показать своим талышам, сколько вы отдали свою жизнь своих детей. А сколько, кстати, талышей погибло в Карабахской войне? Очень много, больше, чем я даже, если побоюсь честно сказать точные цифры, у меня они были где-то там, я точно побоюсь говорить, это очень больше. Нахчеваны там есть считанные, умирали считанные пальцами. Талыши умирали. Нету такой село, чтобы там хотя бы 10-15 человек не погибал. В нашей селе 15 человек погибал. Но столько еще там воевали. Были случаи, когда Алиев пришел к власти, уже тех талышей, которые воевали, их прямо на линии фронта их арестовали. Представляете? Вот. И я скажу вам больше. Эти талыши умирали за интерес чужого народа и чужой земли. Так получился. Талыши их обманывали. Она так получается. Мы сажали. Вы знаете, там есть такой басня «Медведь» и там «Лесник» или там какой. Они один год сажают там эту редкую, второй год это сажают. Вы знаете, я не хочу там детально говорить, у нас времени мало. У нас талыши так. Нас, они когда, вот эти азербайджанские, мы хотели вот, свободно Азербайджан, как 25 лет существует. Изначально мы работали, хотели создали, действительно. Мы, выходит, что сажали, пололи, все делали. Теперь уже мы пришли, каждый со своим инструментом убирать урожай. Они взяли у нас урожай, всех отобрали наши эти инструменты, которые мы собирали урожай, сказали, вам нельзя, мы только имеем право. И талыши до сих пор, если один талыш в данный момент, вот я не побоюсь это слово сказать, конечно, Азербайджан, это моя родина, моя земля, моя, как бы вот там наша родина, просто, он враг сам себе и враг талышского народа. Нет вот такого понятия. Азербайджан – наша земля. Потому что они этим сами доказали. Да, Азербайджан была бы наша земля. Была бы. Хотя она исконно наша земля. У нас, нас там отняли. Мы сами стали от своей земли чужаками. Было бы, если талышский народ, его права не попирали бы. Это другое дело. Вот мы ничего не имеем. Мы только имеем, они говорят, вы имеете свободно там, можете ходить по городу, везде можете ходить. Я могу везде ходить. Я также могу поехать в Армению свободно ходить, как талыш. Я могу ходить в другой. Я сейчас нахожусь в России, хотя я сейчас гражданин, но что? Я тоже свободно могу ходить. Работаю, хожу. Но у меня же ничего нету тут. Там, никакой там республики, ничего нету. Потому что наш компактность нас это не позволяет. Если у нас такой компактность было бы, Россия, наверное, с великим удовольствием такой республики нам предоставил бы. Но у нас нету, мы компактно здесь не живем. Наша земля там, в Калыштане. Вот тем не менее, мы с вами сейчас вспомнили Карабахскую войну, но и сейчас есть молодые талыши, которых отправляют на службу и в основном туда, подальше, к линии соприкосновения с Карабахом. Вот как им вообще быть? Ведь они граждане, с одной стороны, своей страны, своей республики, и, по сути, им приходится исполнять воинский долг и участвовать в этой самой чужой войне. То есть отклониться от службы они в любом случае не могут. Вот как им сейчас быть? Вот вы частично сами ответили на заданный свой же вопрос. Вадим, мы же с вами не дети. Кстати, ты тоже бакинец, да, бывший? Мой земляк. Вадим, дело в том, что, да, например, есть люди, которые имеют какие-то деньги, они могут купить. Там в Азербайджане можно все продавать, все купить. Но те люди, бедные талыши, которые бедные, бедняки, они же как могут? Пришел повестка, если он не поедет, куда поедет? В Россию не поедет, потому что, ну, а как поедет в Россию? Он, если бы армия, куда убежит? Все, он будет это там, как бы, все объявлено в розыске, посадят туда-сюда, все там, сломали. Так что они решают, что у талыши нет выбора.
они или должны пойти умереть от армянской пули, или они должны сидеть в тюрьме в Азербайджане. Понимаете, вот ну, нет выбора, не оставили выбора для народа. Поэтому мы, товарищи, во главе с диаспорой России, сейчас ведем очень активную работу. И поверьте меня, мы добьем своего. Пускай и азербайджанские власти знают. Хватит им издеваться над нашим народом. На нашей же земле. Поэтому мы на законном основе, который требует международных законов, международных прав человека, мы хотим восстановления прав своего народа. И наш народ без всяких прав. Я вот вчера читал в газете, когда-то Австралии заселяли, вот эти приходили аборигенов, у них права было наравне с животными. Я читал, просто удивился. Теперь смотри, ну это все-таки была экспансия там туда-сюда. Потом они же получили сейчас какие права. Смотри, австралийцы сейчас какие. А наш народ живет в 21 веке. Вот да, образовательный народ. Да. Есть небольшая разница между австралийцами и тюрками Азербайджана. Австралийцы не принимали форму лица австралоидов, в смысле англичане. А тюрки приняли ваше лицо талышей. То есть они не монголоиды нынче. Ну, знаете, по большому счету, если так взят, там они тоже же не тюрки. Просто это идеология. Это понятно, да. Да, но ну, они себя считают тюрками, что с ними. Это лишнее их дело. Но нам разницы нету. Если мой родной брат ущемляет мое право, я не требую свои права, значит, у меня, извините, не то ориентация, так я понимаю. Так что такие дела. Скажите, последний такой вопрос. Вы думаете, если следующий президент, ну, я не думаю, что следующий будет кто-то другой, не имеющий отношения к семье Алиева, но, тем не менее, предположим, следующий президент Азербайджана, не алиевский клан и не имеющий отношения к этой семье, может ли дать какие-то привилегии талышскому народу? Или это уже дело заторможено так, что ничего и ни от кого ничего не добиться? Я вам отвечу нашим талышским пословицам. У нас есть такой пословица, говорят, что сапан, спя сапа, обе габе. Это означает, что собака разница нет, черный-белый. И черный, просто у них разница в цвете. Собака есть собака, извините меня. Но это грубо выходит, но это просто такой пословица. У нашего народа нет будущего, если он не восстановит свой государственный. Для нас разницы нет. Для нас даже хуже эти оппозиционные силы, они вообще до мозга костей пантуркистские. Настрой у них. Вот. Хотя и эти тоже такие, они еще хуже. Так что нет, не вижу никакой разницы, не вижу никаких будущих, не вижу своего народа в составе Азербайджана. Только... То есть вас бы автономия тоже никак не устроила? Значит, если честно, автономия по нашим требованиям поначалу устроила бы, по нашим требованиям. Это... У нас должно быть гвардия, у нас все должно быть свой, и какие там, знаете, есть вот там, как они же армянам сейчас, карабахским армянам предлагают автономию. Такой, причем человек, самую широкую. Да, самую широкую, еще сами не знают, какие, но предлагают. Но нам-то ничего не предлагают. Армяне, они говорят, армяне убили 20-30 тысяч азербайджанцев, они им предлагают самую широкую автономию. А талыши, вот эти 20-30 тысяч, больше половины убиты были талышами, умирали талыши, отдавали свою жизнь за них. Они ничего не предлагают, даже запретили имя талыш. Поэтому талышам надо тоже 40 тысяч убить азербайджанца. Тогда они нам предложат больше, чем армян. Другого не дано. Они только понимают язык силы. Они человек, для них не дано никакой демократии, никакой закон, никакой человеческий облик для них не дано. Только им надо с ним говорить языком силы.
Больше ничего. Вот я скажу вам. Спасибо большое за встречу нашу.